В столице демонтируют незаконную рекламу. Работа началась в соответствии с поручением руководства республики и города. Пока мероприятия проходят по проспекту Акушинского. Привлечены к демонтажу и представители правоохранительных органов. Подобная работа у нас будет продолжена по всем магистральным улицам района. Казбекова, Орджоникидзе, Гаджиева, шоссе аэропорта. Ранее, по данным ответственных структур, всем владельцам были выданы требования очистить фасады зданий от незаконной рекламы. Однако многие предприниматели проигнорировали уведомления. Хотелось бы обратиться к собственникам рекламных конструкций, к предпринимателям, чтобы они, прежде чем разместить какую-то рекламу, проконсультировались, уточнили. Пожалуйста, приходите к нам в управление, мы всегда им объясним, что можно, что нельзя. Огромная просьба ознакомиться, прежде чем повесить какую-то рекламу.